Мне кажется, Реджи ест своего брата. Реджи Аксолотль проказник. Знаешь, если вытащить его из воды, он будет охотиться на суше. На кого охотиться? На любопытных детей. Мать Бена умерла несколько месяцев назад. Вот право собственности на виллу у океана. Теперь она ваша. Моя мать никогда о ней не говорила. У каждой семьи свои скелеты в шкафу. Бен, только взгляни. Вот это вид. У меня есть покупатель, который готов раскошелиться. Серьезно? Я люблю тебя. Барсук весь подобрался, крепко схватил палку обеими лапами и распахнул дверь. Что это? Водохранилище. Выручает в случае засухи. Эй! Кто там прячется? Смотри, что я нашел. Ну и жуть. Милая? Нечто пытается попасть в дом. Водохранилище открыто. Моя мать не была сумасшедшей. Оно знает, что мы здесь. У каждой семьи свои скелеты в шкафу. Нечто. Монстр из глубин.